Информационная безопасность на предстоящих выборах президента страны, об этом шла речь в дагестанском отделении Роскомнадзора. Так, ведутся работы по обеспечению бесперебойной мобильной связи, завершен процесс оцифровки каналов связи с избирательных участков и начата установка оборудования для видеонаблюдения и прямой трансляции. Также усилена совместная работа с МВД и ФСБ в борьбе с незаконной реализацией сим-карт. По данным управления, в прошлом году было изъято более 1000 неоформленных симок.